Добрый вечер, уважаемые гости. Мы приветствуем вас в нашей книжной лавке писателей в этот субботний вечер. И сегодня у нас целых два события. Первое – это основатель творческого объединения «Митьки» Дмитрий Шагин представит свою выставку, или, наверное, правильнее будет сказать, литературно-художественный проект «Митьки пост», приуроченный к Старому Новому году. И его друг из города Рига, Вадим Верник, презентует сегодня свою книгу под названием «Горница». Давайте поприветствуем. Кузьма, спасибо большое. Ну, во-первых, я очень рад, что столько пришло любителей словесности изящных. Это очень приятно, потому что вот у Вадима недавно была презентация в Таллине, народу было не так много, да? Петербург все-таки, видишь, как литературу любит. Ну, недаром это город поэтов, писателей. Вот. И, собственно, вот мы с утра сегодня встречал Вадима. Вот эту книжку через таможню удалось провести. Так что вы будете сегодня счастливы. Буквально их совсем мало, этих книг на Петербург. Там что-то такое совсем, совсем крох. И поэтому будет удачная возможность купить и взять автограф автора. Благодарственное слово всем писателям, потому что, вот, например, как мы оказались здесь? Они говорят, вот есть лавка теперь. Она открылась, удивительное место такое. Вот. А Кузьма, он был у меня на выставке, которая здесь рядом проходила в Шереметьевском дворце. И говорит, давайте еще и выставку сделаем. И вот не только презентацию книги, а еще и будет выставка. Так что вот как-то благодаря писателям как-то вот сложилось в этом уютном месте. Вот подарили такой домик сегодня из бронзы. Сказали, что этот домик сделан... Были раньше такие детские пластмассовые штуки, так вот смотреть туда, и там, значит, слайдик. А это открыли такой вот домик бронзы, как символ того, что в каждую семью хорошую книгу, да, правильно? Правильно. Я хочу представить Вадима, потому что Вадим действительно удивительная книжка, и у него уже была презентация, это сейчас третья, она была в Риге, в Таллине и Петербурге, теперь, то есть по таким городам, находящимся на Балтийском море. Даю слово. Встречайте, Вадим Верник. Спасибо большое. Мне очень приятно оказаться в таком знаменитом известном месте. И благодарю Дмитрия Шагина, что пригласил меня. И вот мы пробились через таможню. Меня слышно? Мне позвонили из российской таможни. Это Латвия, Резекне. Говорят, Вадим Верник. Я говорю, да. Вы едете? Я говорю, да. Они говорят, мы вас ждем. Счастливого пути. Я не знаю, как реагировать, что дальше меня ждет. Первое, что они мне сказали, вы знаете, мы вас можем снять с поезда, потому что у нас есть все основания. Второе, мы можем конфисковать у вас книги. Я стою и молчу. Они говорят, но мы решили вас пропустить. Это латвийская или российская? Российская, это немного о книге. Это моя первая книга, и, может быть, даже громко говорить, что я писатель. Но вот я попробовал написать повесть. Это повесть о первой любви, нежная память о первой любви. Я прочту несколько фрагментов, с вашего позволения. «Ветер с Финского залива трепал наши волосы. Низкое зимнее солнце клонилось к закату, и то проглядывало из-за редких свинцовых облаков, то снова исчезало. На улице был мороз, снег припорошив на прошлой неделе руины древнего католического монастыря, все эти дни проходил на ветру и солнце, как и я, цикл плавления и замораживания, постепенно превращаясь в лед и наст. А сегодня, на ярком солнышке и морозе, распарившись и закалившись, местами соскальзывая, падая вниз с высоких стен и арок таинственных монастырских руин, слышались хлопающие звуки, перемежающиеся легкими порывами ветра. Большие голые деревья, тихо покачиваясь, сбрасывали мелкие ветки, укутанные льдом, которые разбивались дребезги о камни, дорожки и кресты монастырского кладбища. Галдели вороны, выясняя между собой отношения, перелетая с места на место в кронах огромных деревьев. Я вам сейчас отвечу, но просто вы можете попросить. Ну как, ну, я не то, что я ненавижу, я музыку.
произойдет с вами, с вашими вещами. Да, правда, давайте. Да, спасибо, дорогие. Со старым Новым годом всех поздравляем. Ура! Ура! Счастья, любви, здоровья. Ура! С Новым годом! Дедушка в компартии. Вот видишь, вот такие сделаны.